стране закончилась перепись населения. Первые результаты станут известны весной 2011-го. Еще 2 года уйдет на то, чтобы полностью обработать информацию. Но уже сегодня известно, что в Кольцово проживают 12 320 человек. Первое бросается в глаза то, что миграция очень большая внутри Наукограда. То есть переезжает много не только из города, но и внутри нашего поселка. Люди приобретают квартиры для своих детей, там строятся новые семьи. И поэтому очень наглядно, что из одного микрорайона люди мигрируют в новые микрорайоны. Это очень заметно. Потом приятно отметить, что на каждом счетном участке есть долгожители, особенно дедушки, которым по 92-94 года. 37 переписчиков работали в Кольцово с 14 по 25 октября без выходных. Это тяжелый труд и физически, обойтись тяжелой сумкой несколько домов, и психологически. Люди разные попадаются. Например, во втором общежитии АБК зачастую просто не открывали дверь. В день по 70 человек, например. Так, не со всеми, 70 человек как переписывала, но не со всеми же с ними общалась так. Один человек из семьи обычно всю семью мне про нее рассказывает, про всю семью. Надо сказать, что многих домов, которые в 4-м новом микрорайоне, их даже не было на карте. И вот во время переписи, так как мы здесь живем, мы просто знаем по факту, какие дома уже сданы, они были все охвачены, и, естественно, тоже это вошло в наше население. Очень важно правильно заполнить переписные листы. Текст должен быть машиночитаем, то есть разборчив, логически выстроен. Ошибочные отметки необходимо исправить. В помощь переписчикам – инструкторы. Мы уже собирали информацию, которую нам приносили переписчики, проверяли, подсчитывали. Какие-то нюансы были в работе, выясняли, что-то там помогали, участковых приглашали. То есть дети приходили к нам со своими проблемами, мы уже обращались к заведующему и вместе решали. Перепись покажет, каков он, средний житель России. Уровень, источники доходов, образование, семейное положение. Вся эта информация поможет определить перспективы развития страны. И она дает общую картину, что происходит у нас в стране, какое население приварируют, да, какой возраст, какая миграция, сколько у нас рожденных в последние 5-7 лет, сколько у нас уже пенсионеров, сколько молодежи. То есть дают такую общую картину, срез такой очень общий и понятный, что же происходит у нас в России. Несмотря на возникавшее иногда недопонимание, в целом впечатления от прошедшей переписи остались благоприятными. Очень позитивные. Приятные молодые люди, отношения вежливые и так очень тактично, очень так, и культурно. Хорошее впечатление. Ну и вообще с удовольствием сама поработала. Очень интересно и общение с людьми, и как с теми, кого я переписывала, и также с теми, с кем работала. Очень интересно все это. Сейчас переписные листы в последний раз обрабатываются, перед тем, как они будут переданы в облстат. Следующая перепись ожидается не позднее, чем через 10 лет. Возможно, тогда она станет обязательной. Мария Калиткина, Денис Кузин, Наукоград ТВ, специально для жителей Кольцова.